Что ж, сегодня я прощаюсь с славным городом Солитьюдом. Возможно, мы сюда еще вернемся. Возможно, приведет меня еще сюда дорога приключений. Ну вот и возчик. Подвести? Конечно. Ну, куда едем? Ты меня можешь только в большие города отвезти. Вайтран. Залезай обратно и отчаливай. Поехали. Первый раз в Вайтране. Дворец Ярла — это что-то. Стоит поглядеть. Наверное. Заодно и поглядим. Я слышал, там есть гильдия соратников. Но первым делом тот дракон. Если это не сказки, конечно же. Конюшни Вайтрана. Пока что в Вайтран идти не будем. Мне нужно в Ривервуд. А с Ривервуда в Хелген. Думаешь, я тебя боюсь? Ничего себе, великан! Сражайся с нами. И тебе будет чем похвалить. Что такое? Я хочу присоединиться. Ты издеваешься? Я хотела вступить в Орден с тех пор, как была девчонкой. Не приходилось слышать истории? Скьор говорит, их было штук 40, но он просто скромничает. Куда мне еще было стремиться? Учиться ну да. У них, сражаться с а ними А что рядом? У тебя со щитом? Ладно, я надеюсь, ладно, это пройдет. С этим разобрались. Ё-моё! Эйла! Что с текстурами? Мне показалось, что вам была нужна помощь. Конечно, нет. Но настоящий воин только обрадуется возможности сразиться с великаном. Поэтому я здесь, с моими братьями по оружию. Ясно. Ты не отсюда, так? Ну не да, приходилось я живу. О соратниках. Слыхал, Орден слыхал. Воин. Мы братья и сестры по доблести. Мы приходим на помощь, если плата достойная. Можно ли присоединиться к вам? Не мне это решать. Тебе нужно поговорить с Кодлоком Белой Гривой в Йорваскре. Старик в людях разбирается. Посмотрит тебе в глаза и скажет, на что ты годишься. Если пойдешь к нему, удачи. Нужно что-то? Уже и облутали, но... Что-то со стрелами и с вашим оружием не так. Ну да ладно, надо выключить указатели. И начать движение куда-то в ту сторону. Замок Седобородых. Высокий Хродгар. Он хорошо виден отсюда. Я слышал истории о месте, где живут мудрецы, что подчиняет все сущее голосом. Истинные мастера криков. Имперцы! Эй, осторожно! Что тут произошло? Умри! Освободить, конечно. Сражайся достойно. Или умри достойно. Ты свободен. А у вас я заберу только факела да деньги со стрелами. Ненавижу имперские патрули. Сколько раз мы с бандой на них нарывались.
Никогда ничего хорошего мне это не приносило. Они неплохие бойцы, но все до последнего продажны. Каменная подагра. Надо будет вылечиться однозначно. Нужно посмотреть, какие эффекты. Холодное оружие. Это плохо. Зелье лечения. Здоровье. А зелье лечения болезней у меня нет. Ладно, прикуплю, если повезет. Или просто помолюсь какому-нибудь из божеств. Хелгин, я на правильном пути. Но это Ривервуд. Значит, нам осталось совсем немного. Лага. Это плохо. Погреюсь у кузницы. Часто в наш Ривервуд прибывают гости. Если тебе нужно что-то про... Только лучшее оружие и броня. Покажи-ка мне свое лучшее оружие и броня. Прям чтобы лучшее, я бы не сказал. Но уже что-то. Ага. У меня есть что-то для тебя на продажу? Да нет. Ничего такого. Фэндл думает, что может увести у меня Камилу Валерию. А я меж тем ему не раз говорил, что она уже моя. Ты посмотри еще раз в глаза этому орку. Ты думаешь, ему есть дело до твоих мирских проблем? В этом магазине должны быть зелья. Ну кто-то должен что-то сделать. Не знаю, что тебе... Что случилось? Да, нас действительно обокрали. Хотя товаров на продажу у нас все равно полно. Воры забрали только одну вещь. Украшение из чистого золота. Ничего себе. В форме драконьего когтя. Хорошо. Я помогу. Правда? Последние Конечно. Поставки обещают принести хорошую прибыль. Она твоя, если ты вернешь мне мой коготь. Теперь, чем скорее ты... На продажу. Всякая всячина и прочие безделицы. Лечение, сопротивление огню. Зелье исцеления болезней. Дорого стоит, конечно, но ничего не поделаешь. Ладно. Так это и... Вроде как все прошло. Ну да. Есть твой план, Лукан? Да. Теперь тебе не нужно никуда идти, не так ли? Неужели? А я-то думала, нашему помощнику пригодится проводник. Что? Нет, я... Ладно. Именем восьмерых, ладно. Но только до окраины города. Сюда. Ладно. Вообще-то мой путь лежит немного не туда. Город и пройти по мосту, чтобы добраться до ветреного пика. Ее отсюда видно. Гора прямо над домами. Mm.
Знакомая гора. Эти воры, должно быть, спятили, раз решили там спрятаться. В старых гробницах полно ловушек, троллей и еще боги знают чего. Троллей? Это печально. Эй, поосторожней! Начинай идти. Присоединиться к братьям Бури. Нет уж, спасибо. Но коготь ведь на этой горе. Почему указатель уйдет туда? Да и не важно. Ни один бандит мне уже не ровня. Не нужно мне каменной подагры опять. Я слишком много заплатил за то, чтобы мне ее вылечили. Проклятый дождь, я уже весь промок. О, блин. Ледяной перевал. Замечательно. Из огня до вполымя. То сырость, то холод. Неужели бандиты обосновались в этой маленькой хижинке? Плохое ты выбираешь время, чтобы... Да нормальное время. Никаких предупреждений. Ты умрешь сегодня. Предупреждаю. Уходи. А какой сюрприз? Надо же. Вы выбрали не то место. Для своей нычки. Трусливые крысы. Грабеж — это искусство. Это демонстрация силы. Если ты достаточно силен. Проклятые торгаши, искатели приключений. Даже оружие из ножен не достанут. Но если вы слабы, вы сами падете от рук своих жертв. А вот и те самые нордские руины, о которой говорила мне Камила. Что ж, быстрее начнем, быстрее закончим. Посмотрим, что ты можешь. Я могу многое.
клеймор, мое старое оружие. Вот и все, парень. Убивая людей каждый день, я отточил свое мастерство. Но жажда так и не утихает. Покончить с этой глупой игрой. Ну что, ничтожество? Ваш час пробил. Я думаю, я уже высох. Древние нордские руины. Сколько тайн они таят. Сколько опасностей. И сколько сокровищ все-таки здесь еще не найдено. Похоже, бандиты тут боролись с крысами. Плохое ты выбираешь время, чтобы блудиться, дружище. Я тебе не друг. Ясен красен. Змея, змея, и это хрень. Непонятно, для кого норды ставили эти двери. Но каким бы ни был глупым бандит, я думаю, он догадается. Крысы. Разносчики болезней. Делан. Блин. Мразота. Огненный шар, яд паралича. Нет. Так ты бежал с когтем. Похоже, я нашел то, что искал.
Не спеши. Не бросай меня здесь, Аркеем прошу. Отлично, чудище мертво. А теперь вытащи меня отсюда, пока еще кто-нибудь не появился. Где коготь? Да, коготь. Я знаю, как он действует. Коготь отметен и дверь в зале легенд. Я знаю, как это... Помоги мне, и я все расскажу. Ты не представляешь, какую силу укрыли здесь норды. Гони сначала коготь. По-твоему, я могу двигаться? Сперва Ты, освободи меня! Освободи меня! Что-то подается, я чувствую. Отметины на когте, ведмедь, бабочка, сова. Мертвым деньги не нужны. Драугры. Восставшие из мертвецов древние норды, которые были призваны охранять руины во имя спокойствия их братьев. Рассчитал. Ну ладно, зато я жив. Надеюсь, этот коготь того стоит. И про какую силу говорил этот дурак? Знать бы. Веса у меня предостаточно, поэтому можно и взять с собой.
огненный шар. Магам это по-любому будет интересно. И они заплатят за это хорошие деньги. Так и думал. Level up. Так, запас сил. Не-не-не-не-не. Восстановление пока рано. Думаю, тяжелую броню двуручник или... Двуручник пока тоже еще рано. А тяжелая броня? Тяжелую броню пока тоже качать не могу. Значит, кузнечная. Или все-таки восстановление. Давайте посмотрим. Давайте восстановление. Если что, в экстренных ситуациях можно будет пользоваться. Если хила нету никакого. Продолжим. Что же, что же. Пока эти драугры опасности не представляют. Но охрана слабовата. Хотя, может, просто бандиты были слабыми. Любопытство ведет меня вперед. Опять ловушки. Идеально. О. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы слабые. И охранники из вас никудышные. Но значит, таково и сокровище, что вы здесь прячете. Никудышное. Последними была бабочка и сова. Вот зачем был этот ключ. Но что за сила?
Я читал. Какой-то ученый писал про эти стены. Слова. Слова как будто зовут меня. А. Драконьи голоса. В моей голове. Что это? Небось, какой-то из древних артефактов. Маги и ученые заплатят за это непомерные деньги. Благо, носить я могу много, значит, я это все продам. Но что со мной сделала эта стена? Пока не знаю. Рихалк. Подношение. Им это не нужно. Это озеро Калинхат. Почему тут так много крови? Кровавые пятна повсюду. И здесь, и там. Что это значит? Кто это сделал? Проход сквозь скалу. Черт, обходить далеко. Да и ночь уже на дворе. Придется плыть. А как иначе? Холодная озерная вода мурашками растекается по моему телу. Ах! Но постепенно я согреваюсь. И вот, когда я уже на земле, меня как будто жаром обдает. Исмирова, борода, ты так насмерть замерзнешь. Я знаю. Ты не против, если я погреюсь здесь? Думаю, уже можно одеваться. Не жарковато, не? Нормально.
Так, а... Я думал, это берег уже. Ну ладно. Тоже неплохо. Ой, пардон. Я же обещал картой не пользоваться. Привычка. Знаете ли. Привычка — вторая натура, говорят. Ой, это еще что за херня? Да кто сказал? Ни хрена себе. Ты чё, колдун? Страх потерял. Инструменты для бальзамирования. Некромант проклятый. На лесу набросился. Чёртов призыватель. Паук. А! Неудачно я вышел. Силён. Лагеря повсюду, охотники. А вот и камни-хранители. Вот это мой знак. Теперь, я думаю, стоит направиться в Хелген. Я не так далеко от Ривервуда. Но ближе к Хелгену я еще не был. Поэтому не буду терять времени. Пойду прямо сейчас. Хоть я и устал, и вымотался за целый день. Да и поездка была непростой. Но я должен туда добраться. Я должен выяснить, правда ли то, что драконы вернулись. Если это так, то миру пришел конец. В башне горит свет. Дракон! Какого дьявола?
там действительно был дракон. От Хелгена не осталось ничего. И камня на камень. Дракон спалил все. Бог ты мой. Вряд ли выжившие остались. Если драконы вернулись, как гласит древнее писание, Алдуин вернется, и миру придет конец. Я бы остался здесь на ночь, но нужно убедиться, все ли здесь спокойно. Черт, с два, все валится. Солдаты братьев Бури? Имперский солдат? Давай сюда свою одежду. Она тебе уже не пригодится. Имперская пыточная. У драконорожденных? Перед сном почитаю. Маг. Прости, маг. Ну, тебе повезло. Не больше, чем остальным. Пыточных дел мастер. Помощник. Похоже, что братья Бури начали тут резню. Прямо в городе. Но прилетел дракон. Возможно, они замешаны как-то в этом. Господи. Что это за проклятое место? Похоже, вот так они сюда и попали. Но кто же вас перебил? Имперец. Еще один имперец.
солдат-братьев. Завал. Дальше пути нет. Ну что ж. Тогда стоит вернуться в главный зал. Устроиться там на ночлег. И отправиться обратно в Ривервуд, дабы вернуть золотой коготь. Думаю, торговец не поскупится. Ба, он говорил, что это его семейная реликвия. А я уж позабочусь о том, чтобы он не торговался. Ибо торговать с орками не лучший вариант. Пагубно влияет на здоровье. Иногда это влияние даже летально. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.